Здравствуйте, мои прекрасные зрители. Приветствую вас на своем канале. Как я вам в такой одежде? Красивая, яркая. Вам бы хотелось на меня смотреть, если бы я в такой одежде записывала видео изо дня в день? Либо вы бы остановились, доверили мне сделать фото, если бы я, в общем-то, остановила вас вот в такой вот кофточке, такие же штанишки у меня. Кстати, это моя домашняя одежда, и очень часто я таким образом в садик выезжаю, просто пальтишко накидываю. При этом здесь у меня все в порядке, потому что, в общем-то, я подкрасилась, волосики уложила. Вызываю я у вас доверие как блогер и как фэшн-фотограф. А так, мне кажется, что и мне намного лучше, и вам несколько приятнее на меня смотреть. Но мне кажется, вот так я все-таки произвожу впечатление фэшн-блогер. У меня одна сережка в ухе, вторую сережку я так и не нашла. Кто помнит мое видео, я рассказывала, жаловалась на себя саму, что взяла клади на место, правила нарушила. До сих пор сережку не могу найти, но фэшн-блогер очень часто сережку носит в одном ухе. Соответственно, сойду я за очень модную особу. А тема сегодняшнего видео очень интересная. Зачем нужно наряжаться? Я много раз в своих видео говорю. И, в общем-то, я за то, что когда хочется нарядиться, нужно не лениться, нужно это делать. И я говорю о том, что когда мы наряжаемся, когда мы хорошо выглядим, мы по-другому себя чувствуем, у нас плечи расправляются, осанка, у нас вообще все другое, голос другой. Я даже на камеру записываю гораздо легче, вы не поверите, с одного дубля, если я вижу, что я хорошо выгляжу, я сама себе нравлюсь. Хотя очень часто я сама себе нравлюсь, потом на монтаже вижу, что, в общем-то, и тут можно было бы поправить, и здесь по-другому. А очень часто, что, в общем-то, только я и остаюсь при мнении, что выгляжу я очень хорошо, а кто-то считает, что вот как раз-таки сегодня я очень бледна, и, возможно, выгляжу не так хорошо, как вчера, либо как буду завтра. Все очень-очень индивидуально, но очень важно, как мы сами себя воспринимаем. А сами мы себя воспринимаем также еще и потому, тем или иным образом, что мы видим, как мы отражаемся в глазах окружающих, как окружающие на нас реагируют. Вот я говорю, что когда вы наденете что-то необычное для себя, возможно, яркое, возможно, какие-то аксессуары, возможно, обувь на каблуке вы наденете, если все время ходите на плоской подошве, как я в последнее время, вы услышите в свой адрес комплименты, вы увидите реакцию. И даже если никто не осмелится сделать вам комплименты, как мне часто пишут российские люди, это действительно так, они очень скупы на выражение собственных эмоций, в том числе и позитивных собственных эмоций, поэтому вы можете прийти вся красивая, нарядная на работу, и никто вам ничего не скажет, но вы в глазах других людей считаете вот эту реакцию, которая будет позитивна. Почему это происходит? Да просто потому, что нам всем нравится смотреть на что-то красивое и приятное. Да, мы можем вызывать зависть, но в целом люди склонны созерцать что-то красивое и приятное. И вот недавно я посмотрела видео, очень интересное, благодаря своей зрительнице, большое ей спасибо, мои зрители открыли для меня очень и очень много интересных авторов, среди которых был Виталий Островский, среди которых был Юрий Фролов. И очень долго я путала имя Юрия Фролова, возможно, сейчас путаю. У меня на самом деле вот какая-то особенность памяти, я очень-очень боюсь за свою память, потому что она очень часто меня подводит. Я на самом деле с трудом вспоминаю год рождения своих младших детей. Я вот не знаю, какие ассоциативные реакции у меня, ассоциативный ряд возникает, но вспомнить год рождения детей мне крайне сложно по памяти. И могу сказать, что точно так же с блогерами. Сейчас я назову блогера, надеюсь, что я не ошибусь. Ее зовут Рада, и она на YouTube известна как Рада Русских. Так вот, она, опять же, мне порекомендовали зрители, я посмотрела несколько видео, я не совсем представляю, о чем ее контент, потому что я посмотрела прежде всего интервью, которое меня и призвали посмотреть, чтобы я высказалась на тему того, как Рада сама рассуждает по поводу критики в наш адрес. Очень многие зрители увидели, что у меня похожая позиция, но я действительно никогда Раду до этого не смотрела и не слушала, хотя сделала это с удовольствием, как только ее для себя открыла, как автора, как блогера. И вот Рада говорит о том, что женщина должна наряжаться, она должна максимально хорошо выглядеть, даже если ей не хочется это делать, по одной очень интересной причине. И я никогда об этой причине не задумывалась. Но задумавшись, я могу сказать, что это действительно так. Это работает. Хотите верьте, хотите нет, но всех призываю попробовать. Рада говорит очень простую вещь. Когда мы наносим красный лак для ногтей, когда мы наносим красную помаду, а я по комментариям могу сказать, что очень многие женщины действительно не могут решиться на красную помаду, потому что им кажется, что у них зубы кривые, потому что кажется, что губы узкие, либо наоборот, что-то им кажется. Но на самом деле красная помада не имеет отношения ни к кривизне наших зубов, она никак ее не подчеркивает, никак ее нюдовая помада, скажем так, наши зубы не делает более ровнее. Если мы стесняемся своих неровных зубов, мы просто улыбаемся не так открыто, как могли бы, если бы у нас были ровные зубы, но мы это делаем одинаково
одинаково, неважно, на нас нюдовая помада либо красная, мы все равно будем стесняться своей улыбки. И опять же, на то состояние зубов, какое имеется у нас здесь и сейчас, красная помада, фиолетовая помада никак не повлияет. Но в комментариях я вижу, я сама читаю, что да, многие не могут решиться, многие спрашивают моего совета, Яна, а можно ли, когда вот так? Можно, конечно же, можно. То же самое касается, кстати, брюк скини. Все знают, мои зрители, как я люблю скини, сама предпочитаю скини на себе и на всех. И советую носить скини в любом возрасте и в любом размере. Я считаю, что это красиво, потому что скини обтягивает нам очень красиво зону под коленкой, а также зону в районе щиколотки, лодыжки, все время путаю. Это очень женственно, очень красиво, но я часто получаю все равно вопросы. Яна, вот мне столько-то лет, я могу. Яна, мне кажется, у меня ноги короткие, я могу. И я всегда отвечаю, да, конечно, можно, потому что, на мой взгляд, это так. Так вот, Рада говорит о том, что я надеюсь, что все-таки я не путаю имя, поправьте меня, пожалуйста. Я на самом деле делаю это не специально. Рада говорит о том, что очень важно нарядиться для того, чтобы снять для себя внутренний запрет. Потому что очень многие живут в позиции, вот им можно быть красивыми, нарядными, успешными, любимыми, иметь хорошие отношения с детьми и так далее. А мне нельзя. Вот эти «а мне нельзя», они могут идти из очень-очень многих причин. Часто причины эти уходят в детство. Поздравляю Веронику Степанову с миллионом, очень за нее рада. Я начала ее смотреть, когда у нее было всего, хотя это было очень много. У нее было около 300 тысяч подписчиков, 300 не было, было 249, вот как-то так. Очень за нее рада. Вероника Степанова всегда говорит о том, что все проблемы – это все из детства. С ней полностью согласна, хотя не являюсь специалистом в этой области. Так вот, у нас могут быть очень-очень много причин на наши нельзя. Нельзя нарядиться, нельзя обращать на себя внимание, нельзя быть эпицентром своей собственной жизни, как говорит Рада. И могу сказать, что действительно, сейчас я буду всем советовать и красный лак, и красную помаду, и красное пальто, и красный свитер. Но на самом деле это может быть любой цвет, который вам идет. В моем случае это красный. Красный мне идет как никакой другой цвет. И вообще за то, чтобы наряжаться, тем более в преддверии весны. Потому что это действительно очень-очень рабочая техника, очень простая, очень рабочая. Нарядиться и чуть не упасть в обморок от того, что нам кажется, что все на нас смотрят. Но на самом деле в этот момент мы делаем не что иное, как снимаем запрет. Мне можно, точнее им всем можно быть красивыми, успешными, нарядными, богатыми, любимыми, хорошие, иметь хорошие отношения, быть счастливыми в этих отношениях. И мне тоже можно. И начинать нужно с такой простой вещи, как наряжаться. Потому что, да, простая техника, рабочая техника. Поэтому всем своим зрительницам я очень-очень желаю в преддверии весны, с приходом первых солнечных дней, когда вот действительно хочется нарядиться, действительно это сделать. Не думать о том, что кто-то может что-то подумать, что, возможно, соседка как-то скажет и как-то посмотрит, что, возможно, на работе нам вот опять что-то, кто-то выскажется в нашу сторону. Не думать о том, что это может быть неуместно, не думать о том, что, да как угодно, причин может быть миллион, почему мы не наряжаемся, почему мы очень часто стесняемся и недооцениваем свою женственность и свою возможность быть красивыми, привлекательными, успешными, любимыми и так далее, и призываю всех действительно наряжаться, когда это хочется делать. Я сама могу сказать, что в моем случае вот это наряжаться, которое привело меня, я считаю, именно к блогерскому успеху совершенно точно, случилось со мной, когда Габрюшечка пошел в детский сад. Я всем рассказывала и часто упоминаю о том, что когда Габрюшечка пошел в детский сад, для меня это было вау, какая социально активная жизнь. Вы не поверите, я каждое утро надевала новую одежду, то есть новую из гардероба ее брала, очень часто этикетки срезала. Я часто носила платье, хотя это было крайне неудобно. Все знают, что ребенка первого года в детском саду очень часто приходится носить на руках, потому что либо он устал, либо он приболел, либо он не выспался и так далее. Его приходится сажать в машину, пристегивать ремнем. И, соответственно, в одежде деликатной все это делать неудобно, в одежде определенного характера все это делать неудобно. Но, тем не менее, я очень хорошо помню, как мне нравилось хорошо выглядеть, красиво выглядеть. У меня всегда были уложены волосы, чистые, свежие волосы. Макияж, если я считала нужным наносить, наносила. И могу сказать, что я как раз-таки на волне вот этого хорошо себя ощущения и начала записывать свой канал. То есть я записала первое видео 1 декабря, а в начале сентября Габрюшечка начал ходить. Соответственно, вот мое самоощущение привело меня к тому, что я однажды села, наверное, и поняла, что да, я могу выйти на YouTube, я могу выйти на всеобщее обозрение. Раз другим можно стать успешными блогерами, то и я найду свою аудиторию. По крайней мере, я попробую это сделать. Мне кажется, у меня получилось.
На этом я со всеми прощаюсь. Желаю вам иметь фэшн, смелость, как я часто говорю, но и вообще смелость наряжаться. И самое главное, отследить и почувствовать вот эти положительные изменения, которые могут произойти в вашей жизни. Причем случится это, скорее всего, очень и очень быстро. Если кому-то можно хорошо выглядеть, быть успешным, быть любимым, быть спокойным, быть, в общем-то, таким, как вам нравится, как вам, возможно, самим хотелось бы быть, точнее, самой, я думаю, что у меня женская аудитория больше всего, самой хотелось бы быть, то, соответственно, и у вас это тоже получится. Кто-то может, и вы тоже можете. Зачастую мы можем лучше даже, чем кто-то другой. На этом с вами прощаюсь. Это была Яна Скворцова. Всем хорошего дня, хорошего настроения. Я такая вся в красном, поеду забирать Данечку из детского сада. Пока-пока.